быть частью перемен. Создавать будущее здесь и сейчас. Иметь чистый и смелый взгляд на вещи с помощью Q-Optics. Q-Optics – бинокулярные лупы нового поколения для ежедневной работы. Q-Optics создается в США по индивидуальным параметрам из высококачественных материалов. Суперпрочная, эргономичная титановая оправа полностью соответствует персональным параметрам заказчика. Лупы Q-Optics знамениты непревзойденной прочностью и долговечностью. В изготовлении бинокуляров Q-Optics применяется легкий и износостойкий материал нового поколения – NXT, обладающий оптической прозрачностью, равной обыкновенному стеклу, изначально разработанный для армии США. Высокий уровень герметизации линз гарантирует абсолютную защиту от воды и пыли. Внутреннее покрытие защитного стекла предотвращает запотевание при работе в маске. Лупы Q-Optics предельно комфортны в многочасовой ежедневной эксплуатации благодаря наноснику в виде ресничек. Линейка бинокулярных луп Q-Optics позволяет персонально подобрать идеальную оптику для решения конкретных задач. Повышенная четкость изображения у луп-системы Галилей высокого разрешения достигается с помощью комбинации нескольких разных линз. Особое место в линейке Q-Optics занимают призматические лупы с расширенным полем зрения. В отличие от классических луп, они имеют больший обзор и максимальную просветленность оптики. Карбоновая вставка в цельном титановом корпусе телескопа экстремально снижает вес и облегчает давление на переносицу. Индивидуальные цифровые замеры позволяют добиться максимальной точности при изготовлении луп. Каждая лупа соответствует нормальной рабочей позиции доктора. Рабочая дистанция подбирается индивидуально, с точностью до нескольких миллиметров. Портативные налобные осветители Q-Optics обеспечивают максимальную яркость в сочетании с продолжительной работой, благодаря питанию от переносной батареи высокой емкости. Быть Q-Optics значит обеспечивать длительный срок службы. Использовать современные безопасные материалы. Создавать уникальную и эргономичную оптику. Быть Q-Optics значит быть частью перемен.